едем домой. Набрали целый багажник семян. Вон, смотрите, сколько. Райграсс, овсянец и всякой. Мятлик вот в волшебном мешке, в зеленом. О. Даже где-то в багажнике лежат 10 килограмм белого клевера. Так что, если кому-то надо, можете не искать. Приедем, привезем и посеем. Сейчас домой приеду, сделаю распаковочку по семенам. Ну, чтобы вы понимали, что можно просто взять и намесить того, что есть в мешках. И будет понятно 100%, что именно эти семена будут в мешках. А не черти пойми чего, какой-то отсев непонятный, мусор. Сейчас приеду, сниму распаковку.